Ельбасы выступил против переименования стадиона «Абай-арена» в Семее в свою честь. Об этом сегодня в своем твиттере написал его пресс-секретарь. Напомню, в соцсетях и СМИ сейчас бурно обсуждается предложение восточно-казахстанских активистов переименовать стадион. Инициативное письмо они направили в городской маслихат. Однако, по словам Айдоса Укибай, первый президент всегда выступает против подобных знаков уважения в свой адрес. Цитирую. По мнению Нурсултана Назарбаева, стадион должен сохранить имя великого казахского поэта и философа. Конец цитаты. Отметим, Абай-арена – многофункциональный спортивный комплекс на 5000 мест, построенный в конце 2019 года. Стадион возведен в соответствии с мировыми стандартами. В нем можно организовывать соревнования самого высокого уровня по футзалу, баскетболу, волейболу и другим дисциплинам.